Fraților, activista le-a cerut politicienilor să plece, deoarece sunt o rușine pentru Ucraina. Вы меня так достали, вот по обе стороны, власть, оппозиция, как вы нас достали, украинский народ, и убирайтесь к чертовой матери. Всем вставать и выходить на Майдан, на митинги, потому что окажемся в жопе. Из-за них окажемся в жопе. Un deputat din Partidul Regiunilor, condus de Victor Ianucovici, a reacționat dur la criticile activistei, numind-o pe tânăra prostituată. Militanta mișcării Femen nu a ezitat și a sărit la bătaie la politician. Что вы делаете, Александра? Что в чем проблема? Зачем обзывать? Пьяная. Зачем обзывать? Как обзывать? Я говорю, зачем нам обзывать? Зачем нам проститутки, которые позорят Украину? Prezentatorul emisiunii, precum și un alt invitat, a sărit să desparte pe cei doi.